Добрый день, друзья! Это видео обязательно к просмотру всем тем, кто идет на Почту России получать посылку, потому что в такой ситуации может оказаться любой из нас. Я долго получал посылки, и вот, наконец-то, первый раз столкнулся с такой историей, когда посылку украли. Сначала немного предыстории. Заказал я звук один на AliExpress, продавец отправил почтой Сингапуру, все шло нормально. Посылка дошла удивительно, за 10 дней. Я обрадовался, пошел на почту, мне вынесли нечто похожее на посылку. Вот она, моя посылка, видите, перемотанная скотчем, какой-то непонятной формы. Я ее пощупал, взвесил, оказалось, она весит на 200 грамм больше, чем должна быть. И попросил главного для того, чтобы скрыть и составить акт. Дальше смотрите видео. У кого-то много пузырьков. На телефон не похоже. Ну да, вот. О, надо же. Ну это точно у нас в России точно кладут. Ну все. Синька. Ну а теперь я расскажу вам, что нужно сделать по порядку, чтобы не попасть на деньги. Первое. Придя на почте, мы отдаем извещение, но не расписываемся. Второе. Взвешиваем посылку, то есть разницы не должно быть. Ну, может быть, там в пределах там, погрешности 10-20 грамм. Осматриваем посылку, ощупываем. Не должно быть скотча, поверх наклеенной бирки, порезов. То есть, если у вас есть любые подозрения, вызываем главного и составляем акт о вскрытии по форме 51. И по возможности снимаем видео. Так выглядит акт о вскрытии. В нем указано все подробно. Сколько превышений в весе и что внутри находится посылки. Теперь, когда у нас есть на руках доказательства того, что посылка украдена, а именно акт о вскрытии и видео, мы идем на страницу заказа и открываем спор. В любом магазине, будь то AliExpress или какой-то другой, на странице заказа всегда можно открыть спор. То есть мы открываем спор, выбираем нужный пункт, потому что спор может быть как о том, что посылка не доставлена, также может быть спор о некачестве товара. Поэтому мы в данном случае открываем спор по факту того, что посылка не доставлена, предоставляем доказательства, то есть прикрепляем JPEG-файл акта сканированного и видео. На AliExpress, например, сначала отвечает продавец, если он отказывается возмещать стоимость, то подключается сам AliExpress. Давайте посмотрим пример, как у меня было на AliExpress, как я открывал спор. То есть здесь видно, что на этой странице вся история, видно, что продавец отправил товар. 7 сентября я пришел на почту, все это заснял, сделал акт и открыл на странице товара спор. Сначала я указал то, что товар не соответствует описанию, вот, а потом приложил доказательства, видео и акт, но продавец меня попросил поменять причину спора на транспортная компания вернула заказ. Я это сделал, поменял причину спора. После этого продавец подумал и как бы отказался возвращать средства, мотивируя тем, что в посылку он положил телефон и не знает, что там пришло. После этого я положил еще тот же акт, но подчеркнул те места, которые важны. То, что посылка вскрыта, то, что разница в весе и то, что там лежит внутри. После этого вмешался AliExpress и через какое-то время 15 сентября он вынес решение в мою пользу, то есть деньги мне вернули, там буквально через несколько дней на карточку вернулись те же деньги, что я и платил. Так что вот, ребят, прежде чем идти на почту, не думайте, что взяли посылку дома, распаковали на видео, все нормально. Нет,
Сделайте все как нужно, и деньги однозначно вернутся к вам обратно. На этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч.